Это нарушение, административное правонарушение. Объезд по городу на предмет, как у нас работают наши нестационарные объекты торговые, ОАО «Роспечать». У нас в городе находится 22 таких объекта, вот, «Роспечати». На сегодняшний момент они прислали нам уведомление, что они в феврале месяца ОАО «Роспечать» обанкротилась, администрация в Саратове, поэтому связаться с ними очень проблемно и тяжело. 22 объекта, вот таких объектов, внесены в схему нестационарных торговых объектов на территории города Балаково. И там в таких киосках должны торговать только газеты, журналы, что торговалось раньше. Перепрофилирование данных объектов, вот мы сегодня выявили два объекта. Вот здесь по улице Коммунистической торгуют, как говорится, овощи, фрукты. И на улице Комарова, 107, предприятие общественного питания торговали чай, кофе, хот-доги. Но наши субъекты, данные субъекты предпринимательства, они, оказывается, в декабре месяце съездили в Саратов, сделали переуступку договора аренды земельного участка. Я имею в виду, и они подумали, что на этом все дело закончилось. Эти киоски на сегодняшний момент не имеют права торговать овощами, поэтому им надо обратиться к нам в администрацию. На сегодняшний момент будут составлены протоколы об административном правонарушении. Перепрофилирование не допускается нашим постановлением, которое оно утверждено в 2015 году по работе данных объектов. И наши учетные карточки, которые мы администрации выдаем, у них тоже на сегодняшний момент нет. Уж не говоря, что чисто визуальным взглядом спросила у продавцов, имеется ли санитарная книжка. Санитарных книжек нету, как говорится. Соответственно, мы это составим письмо, отправим в Роспотребнадзор, чтобы они эти объекты проверили на предмет санитарного состояния. В будущем, если кто-то из субъектов малого предпринимательства приобретает такой киоск, павильончик, вот этот, Роспечати, будьте любезны, конечно, обратитесь в администрацию, мы рассмотрим ваши предложения, все в рамках закона.